Александр и Светлану Кукиных. Антона и Дарью Аксеновых. Поприветствуем. А также Сергея и Наталью Кабановых. Полторы семьи. Интересно, как-то получилось. Но бывает. Дорогие молодожены, мы поздравляем вас со столь замечательным событием в вашей жизни. Вы теперь семья. А семья — это счастье и большая ответственность. И только от вас зависит, как сложится семейная жизнь. А вот какие первоочередные задачи вам придется решать в семейной жизни, сейчас попробуем узнать. Вот вы видите узелочки, платок с узелочками. В семейной жизни тоже бывают узелочки препятствия, и вам их вместе придется преодолевать. Какие же задачи вы будете решать в ближайшей перспективе? Развяжите узелок, посмотрим, что для вас главное. Это здесь галерея памяти. Здравствуйте. У нас сегодня будет 6 часов экскурсии по пустякам. Будет называться «Пустяки купеческие». Если у вас есть желание приходить, сейчас я вам дам. А где начало? Сейчас я дам. Хорошо, спасибо. Ну что, вот известная проблема. Как семейство прокормить? Денег много заработать, чтобы жить и тужить. Да вы что? Наши раз не похожи. Да наоборот. Очень даже. Да, похожи. Были правда русской зимы. Просто лицо-то одно, а это 69-й год. Как это смогла не измениться, да? Вам решать придется срочно, что открыть этим ключом — машину, дачу или дом. Вот такие воспоминания. Сколько по времени примерно? Мы обойдем центр, ну минут 40, может быть, 4 часа. Хорошо. Спасибо. Так. Дорогие молодожены, вас поздравляю. Какая-то очень старая фотография. Вот где-то была такая. Местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Владимировна Робская. Знаете, я так завидую вообще-то. У нас, конечно, сегодня больше среднего поколения здесь. И надо сказать, что как много мы были, как искренне любили, как верили в себя. И я, дорогие мои, любимые, это очень здорово.